У нас пункт номер один – это план модернизации страны. Без него мы не можем двигаться. Пункт номер два – касаемо ликвидации районных советов. На население в 3 миллиона человек то количество руководителей, которое у нас есть на разных уровнях, я считаю, это сегодня очень большой проблемой для нашей страны. Мы сегодня обязуемся ликвидировать Центр по борьбе с коррупцией, потому что это главный источник коррупции в стране. И Центр по борьбе с коррупцией нам стоит 6,5 миллионов евро в год. Мы сегодня тратим из бюджета 25 миллионов евро в год на содержание службы информации и безопасности, где есть нормальные офицеры, но большая часть народа – бездельники. Мы сегодня подготовили законопроект для того, чтобы в каждом селе появилась автоматическая аптека. Это автоматический терминал, в котором будет 75-100 самых необходимых лекарств для сел. Мы разработали проект для того, чтобы молодые специалисты, молодые семьи могли брать в ипотеку жилье под 0% годовых. Мы сегодня прекрасно понимаем, что для того, чтобы был порядок, просто достаточно иметь политическую волю, иметь рядом людей, которые хотят добиваться этих изменений, засучить рукава работы. Вот я первый политик в истории Молдавии, который вам обещает, что мы собираем всех лидеров отделя севера, центра и юга, они выдвигают своего человека на должность министра сельского хозяйства, и чтобы не страдал север, центр и юг, по одному замминистра за каждый регион. Я говорю, кого вы выдвинете, вот вы потом на него и будете жаловаться, чтобы я потом не слышал, что нас не хотят слышать, нас не хотят видеть и так далее. У вас проблема все равно как-то взаимосвязана. Добро должно быть с кулаками. Голосуем за избирательный блок Рената Усатой. Сила в правде.